Эту машину сделал мой отец. Иногда он брал меня с собой на работу. Я мог часами смотреть на работу конвейера. Я уже 15 лет занимаюсь высокотехнологичным производством в Европе, но полгода назад я вернулся в Москву, чтобы делать это здесь. Я вырос в России и всегда хотел работать здесь. Вы уже знаете о промышленной зоне, Южный порт и Технополисе. Пару лет назад здесь появился город для бизнеса, в том числе и моего. В этих цехах вновь кипит работа. Здесь я нашел единомышленников. Я увеличил бизнес в несколько раз. Мы привыкли гордиться нашим прошлым. А я хочу гордиться нашим будущим. Поэтому вернулся и я. И это только начало. Думаю, моим детям будет чем гордиться.